Вот Никита подгоняет к дому. Это уже перед лагерем последняя у него запарка. Пастух. Палку бросал в коров. Я стал видал, я снимаю, и уже не бросает. Так она все время наблюдать. Это вот рядом. Называется разъезд, по которому дети ходят, бегают. Летят гращи. Летят они в дальние страны, а я не хочу улетать. Никита с Украины. Это футбольные и волейбольные ворота. Получается у него неплохо. Вот телушка гуляется, вот она стоит. И бычки их загнали. Она ушла была от них. А теперь их загнали. Пришлось отворять ворота отдельно. Вот они сейчас встречают. Это бычки. Отдельно. А тут Андрей. Это Никита Андреевич гонит. Овечки отходят отдельно, загоняют их, а коровы отдельно, они сами отошли. Вот к моей корзинке принюхивается. Вот быков отдельно загнали. Они не слушаются. Женихаются, все. Велосипеда к моему.
видишь, как пастух, неплохо получается. Ну, это овечки. Большая часть овечек это батюшкины и старосты. Вот подошли и уперлись, стали. А что стали, непонятно. Все. О, с этого не сойдет. Внизу надернул. Все правильно сделал. Настоящий пастух. Ну давай, овечек теперь загоняй. Это на обед. Сегодня у нас 14 сентября. В час дня загоняют, в три выгоняют. Вот покажу коров. Из чего едят люди. О. Телятки маленькие. Ну все. Вот так маленько подорнуть. Это напротив скворечника огородчик. Ну и это лагерь.